Кстати, я подумаю. Нет, ну у меня в жизни еще достаточно много белых пятен по части опыта того или иного. Я думаю, что еще в этой жизни можно было бы что-то успеть наверстать. Но если уж никак не успеется, вот мне, например, было бы интересно вырасти с детства в большой дружной семье. Это то, что я сейчас уже никак не сумею поправить. Надежда только на какую-нибудь следующую жизнь, следующую роль и так далее. Мне бы этого хотелось.